Здорово всем! Сегодня я расскажу о том, как сделать грили. Так, вот для колонок Sharp я хочу сделать грили. И получилось у меня вот так вот примерно. Сейчас покажу. Вот это готовый уже. Вот готовые грили получилось. Это Викторы. Так, мы будем сейчас тоже натягивать делать. Вот, это вот такие вот. Короче, очень все просто. Берете рейки, покупаете, идете в магазин. Вот. Вот такие потом делаете, напиливаете. Вот. Деревяшечки. Получается две маленькие, две большие, две. Четыре, короче, маленькие. Это если на две колонки считать. И четыре большие. Получается у вас такие вот грили. Вот, вот так вот мы их расположим. И вот так вот примерно. Вот. Ну, примерно так. Потом скручиваете их саморезами. Вот. И получается две такие одинаковые грили. Вот. Ну, вот я ткань купил для них. Вот эта ткань. Ну, тут не видно. Но акустически прозрачная. Вот. И делов там, я не знаю, около, ну, может быть, часу займет это все. Рейки покупаете в хозяйственном магазине. Вот. И выпиливание. Их там быстро очень выпиливать. А также, если у вас лобзика нету, выпиливаете там, не знаю, в хозяйственных магазинах. Покупаете пилу маленькую и выпиливаете пилой. Вот. А чуть позже покажу, как я натянул это все. Также сделаю видео, фото. Вот увидите. Чуть далее. Вот это вот уже готовое. И вторая тоже такая же будет готовая. Вот такая вот она красивая у нас получилась. Натягивать я буду с помощью вот такого вот пистолета. Скоба-метатель. Я не знаю, как он там называется. Короче, он скобы делает. Вот, пришлепливает их. И я так думаю, сейчас попробую, посмотрю, что как получится. Так, ну что, поехали. Так, вот продолжаем наше шествие. Вот сейчас буду показывать, как сделать отверстие красиво. Ну, чтобы не поломалась, не полопалась реечка. Она у нас тоненькая получается. Вот, сначала берем сверло. Вот такое вот сверло. Вот, делаем отверстие. Вот оно у нас получилось, такое вот отверстие. Рейка не ломается, ничего. Если, например, на живую, даже самую тонкую делать, вот, вот этот саморез, он может лопнуть рейку, и рейка как бы пойдет по швам. Вот мы уже одну сторону сделали. Все четко получилось. Ту вторую сторону тоже сделали. Это у нас черная. Мы ее черным акрилом покрасили. Вот. Чтобы она не выделялась. Ну, вот я вот тут на примере так чуть делал. Ну, дальше буду закрашивать. И вот так вот мы соединяем их. Вот так вот. Вот так вот. Вот такие вот грили у нас получится. И вторая сторона вот так вот. Вот так вот получится у нас. Ну, сейчас я полностью всю заготовку прикручу и покажу. Вот такая у нас рамка получилась под акустику. Народе называемая гриль. Акустика будет смотреться великолепно теперь. Натянем на нее ткань. Ткань синтетическая. Акустически прозрачная. Вот. Потом закрашим ее в черный акрил. И будет великолепно смотреться акустика. Это гриль готовится на акустику Sharp.
позже покажу, как это все будет выглядеть. Вот. Вот наша гриль готова. Чуть позже буду натягивать. Скобами поприбиваю. Так, сейчас покажу. Так, ну вот я скобами поприбивал ее. Так. Вот так она у нас будет натягиваться. Ткань новая, только что купленная. Великолепно смотрится. Вот, чуть она натянется. Даже не чуть, я прямо очень сильно буду тянуть. Вот, скоб просто не хватило. Вот на одну сторону сделал. Сейчас пойду скобы куплю и буду дальше доделать. Вот черным акрилом я покрасил, чтобы не видно было черной деревяшки вот этой вот. Ой, белой деревяшки, то она будет виднеться. Вот. Вот такая вот гриль у нас получилась. А позже уже сделаю как грили полностью, покажу их на вид. Даже, может быть, даже уже на акустике. Вот. Так, прощаюсь пока. Так, здорово, всем, смотрите. Я окрас сейчас с акрилом. Вот такие у меня получаются. Вот. Грили. Намазанные черным акрилом матовым. Ну, чтобы он не просвечивался. Вот, вот так вот я скрепил их. Сейчас покажу. Вот так вот. Так вот. Вот, все четко. Хорошая новая древесина. Рейки. Вот. Смотрится хорошо. Вот. Сейчас я покрашу и буду натягивать ткань. Чуть позже покажу, как это делается. Так, ну вот, я показываю. Этот прибиваю вот таким вот скобопистолетом. Ну, вот так вот. Тук-тук-тук-тук-тук. И сейчас по второй пройдусь. И вот получится у нас такой вот очень даже красивый гриль. Кстати, первая колонка. Вот она лежит просто. Потом попозже я как покажу, как я сделал. Вот он очень даже отлично выглядит. Красиво. Это первая акустика. Так вот, новенький гриль у нас.